Мы записывали определение рефлекса, и я приводил вам 4 разных примера. Со следующим заданием попробуйте разобраться, в каком случае мы имеем рефлекс, а в каком случае это что-то другое. Напомню, значит, первый случай, человек из темной комнаты входит в светлую, так, и у него при этом резко сужается зрачок. Это первый случай. Второй случай. Хорошо. Значит, ученик получил на уроке пару и клянчит у учителя. Поставит в тройку. Это второй случай. Третий случай. Человек несколько дней ходил на пляж летом, так, и через недельку у него изменился цвет кожи. Человек загорел. И, наконец, четвертый случай. Человек спешно гладил брюки, случайно схватился за утюг, так, значит, отпрыгнул в сторону, затряс рукой, сказал несколько энергичных фраз по этому поводу, так, а на пальцах у него надулись волдыри. Вот давайте попробуем вспомнить. Итак, первый случай. Выход из помещения в помещение с резким различием степени освещенности. Было темно, стало светло, зрачок сузился. Так? Это пример рефлекторной реакции или какого-либо другого действия. Не галдеть, руки поднять. Пожалуйста, поднимайте руки. Вот народ, те, кто до сих пор вот сейчас на эти вопросы ответить не может, да, вряд ли разберутся с тем, чем мы будем заниматься сегодня. Мы с вами про рефлекс долго говорили. И совершенно необходимо четко понимать определение рефлекса. Ребят, наука начинается там, где кончаются всякие слова типа «а вот это действует на это, а потом, скорее всего, происходит вот это». Никаких вот это. Строго определенные термины. Знание объема термина, точного определения, это просто условия, необходимые условия для того, чтобы хоть что-то понять в науке. Если вы не знаете определений, вы никогда ничего не поймете. Так? На самом деле, чтобы решить вот эту задачку на выбор 4 разных ситуаций, надо просто знать определение рефлекса. Поднимайте руки, кто определение рефлекса может воспроизвести. Что называется физиологией рефлекса? Прошу. Рефлекс – это ответная операция на на определенное действие. И неправильное определение у вас. В нем нет 3 важнейших вещей. Вот, ребят, чем такое слово термин, слышали? Вот чем слова нашего обыденного языка отличаются от научных терминов? Ребят, это база науки. Если с этим не разобраться, то в дальнейшем вы с успехом будете работать на подиуме, с успехом будете заниматься там PR, то есть public relations, отношения между людьми. Но никакого отношения к науке вы иметь не будете. Наука начинается с терминов. Так вот, чем отличаются слова обычного нашего языка от терминов? Да. То, что у термина может быть только одно определенное значение. Именно так. В словах нашего языка есть понятие синонима. Так? Это разные слова, которые могут обозначать одно и то же действие или один и тот же предмет. Так? В нашей обыденной речи мы очень часто прибегаем к ассоциациям. Одно связано с другим, а другое связано с третьим. И это помогает широко описывать мир. Вот наука работает совершенно так. За каждым словом закрепляется одно единственное значение. Одно и только одно. На самом деле это резкое объединение описания мира. Наш обычный язык описывает окружающий нас мир во много раз полнее. Наука резко объединяет систему описания. Зачем это надо? Это же, наверное, плохо. Взять и вот так ограбить родной язык.
Что это дает? Да. Это устраняет всякую двусмысленность. Именно так. Это необходимая мера для того, чтобы получить определенный вывод. Пока у вас слова значат «Бог знает что», могут значить, а могут не значить, могут переходить друг к другу. Вы никакого определенного, однозначного вывода сделать не можете. Если за каждым словом закреплено одно единственное значение, то тогда просто из грамматики построения фразы из А следует Б и только Б, а не горошек с капустой, допустим. Понятно? Так что сознание терминов начинается на уровне. Если вы термины не знаете, вы никогда не поймете ни одного научного утверждения, ни одного доказательства, ни одного описания эксперимента. К сожалению, в современном мире интернет просто переполнен вот такими неграмотными, якобы научными построениями, где можно прочесть про все на свете, начиная от биополя, кончая астрологией. Это все очень интересно и действительно очень хорошо, как популярная литература. Но к науке это не имеет просто никакого отношения, ни с какого конца. Дело в том, что это написано не на языке науки, никакая однозначность вывода в данном случае просто не просматривается. И те выводы, которые делаются в результате, они будут зависеть от, желания или нежелания человека, от его симпатии или антипатии, а от них нет доказательной базы, к которой он якобы приводит. Так что наука начинается с термина, а термины слагаются в определение. Итак, возвращаемся. Определение рефлекса. Грамотное и полное. Хорошо. Стереотипная реакция живого организма на определенное воздействие, возражение нервных рецепторов. Проходящейся части нервной системы. Вот это полный вариант. Три важнейшие момента. Во-первых, это любая ответная реакция организма или строго определенная? Только строго определенная. В ответ на любой сигнал? Только на определенный сигнал. То есть сигнал, есть эта реакция. Нет сигнала, нет этой реакции. И в-третьих, такая последовательность сигнала и действия происходит с участием нервной системы или без ее участия? С участием нервной системы. Вот если эти три положения выполнены, то перед вами картинка рефлекторной регуляции. Если хотя бы одно из них нарушено, это уже не рефлекс, это что-то другое. Так? Итак, первый случай, возвращаемся. Человек вышел из темной комнаты в светлую, и у него резко сузился диаметр зрачка. Это рефлекс. Вы абсолютно правы, это один из древнейших рефлексов наш. Называется он зрачковый рефлекс. Он, программа его зашита исключительно глубоко. На том же уровне, где рефлексы регуляции сердца, рефлексы регуляции дыхания. Поэтому в медицине зрачковый рефлекс используется для удобной диагностики. Одной простой проблемы. Жив человек или умер? Человек может находиться без сознания, причем очень глубокая потеря сознания у человека. Никаких внешних проявлений жизни у него нет. Но если ему оттянуть веко и посветить в глаз фонариком, так, если этот человек пока еще жив, что произойдет? Зрачок сузится, глаз реагирует на свет. А вот если глаз не реагирует на свет? Это очень плохо. Это значит, что параллельно отключена регуляция сердца, дыхания, всей основной вегетатики и так далее. Но если зрачок широк в течение больше, чем 15-20 минут, то дальше проводить реанимацию можно, конечно. Формально сейчас врачи вроде бы 24 минуты обязаны вести реанимационные процедуры. Но дело в том, что шанс на то, что это хоть что-то даст, исключительно низкий. Система отключилась. Так? Значит, хорошо, зрачковый рефлекс, разобрались. Второй случай, двоечник. Значит, человек получил на уроке пару, и дальше глянет, что учитель на переменке поставит три. Прошелся. А почему не рефлекс? Ничего не произошло, это просто... Здрасте, двойка, это ничего не произошло?
лично для вас это ничего не значит. Двойка — вполне определенный стиль. Так, громче, пожалуйста. Ой-ой-ой, еще как произошло. Значит, вообще-то в мои времена в хороших семьях за двойки, если и не давали подзатыльники, то уж во всяком случае, так, рассчитывать на дискотеку, на ближайшие какие-то хорошие каникулы и так далее не приходилось. Вообще-то двойка — это значимый стимул и совершенно однозначно. Прошу. Потому что это личное желание ученика. То есть? Ну, то есть это желание ученика, а не ответ на определенную реакцию. А кто это вам сказал? А как вы по внешним признакам, вот я ученик, как вы будете делать заключение, из-за чего происходит моя активность? Из-за моего желания или в качестве ответного сигнала? Ну, это ваше желание. Кто вам сказал? Ну, хорошо, я сел на кнопку. И дальше вскакивать я буду из-за своего желания или из-за чего-то другого? Из-за того, что больно, народ. Если провести ускоренную съемку, то отлично будет видно, что человек начинает вскакивать существенно раньше, чем у него меняется выражение лица, чем до него дошел сигнал боли. Так? Движение начнется раньше. Это сработает болевой рефлекс. Так что желание или нежелание здесь абсолютно ни при чем. Пробуем. Мне кажется, это из-за того, что не в каждом человеке закреплено. К примеру, кто-то получил двойку, он совершенно не расстраивается, а тот слишком сильно переживает из-за этого. Ага, вот это уже ближе. Значит, но дело в том, что и условные рефлексы далеко не у всех людей одинаковые. Значит, ведь кроме безусловных врожденных, ну типа зрачков, мы с вами разбирались с условными рефлексами, приобретенными. Вот скажите, набор приобретенных рефлексов у всех людей на свете одинаковый или нет? Разный, конечно. Так что ваше предположение, попробуем идти от серийности. Так? Сработает для врожденных рефлексов, но о приобретенных ничего не скажешь. Потому что приобретенная программа у всех разная. Они тоже рефлекторные, но разные. Прошу. У каждого человека может быть своя реакция разная. Так как в данном случае доказать, что в данном случае реакция может быть разная? Один человек может выматериться, а другой может там просто попрыгать на месте, включать. Если получили двойку... Да, разные реакции может быть каждый раз. Хорошо. Ну и берем случай. Вот у нас есть две разные собаки. У одной в ответ на лампочку выработали условный пищевой рефлекс, а у второй в ответ на лампочку выработали условный болевой рефлекс. И то, и другой рефлекс. А теперь перед этой парой собак включаем лампочку. Они одинаково себя вести будут? Нет. Ну и что, и механизмы от этого перестали быть рефлексами? Нет. Нет, не перестали. Это рефлексы, конечно. Так. Прошу вас, вы еще. Мне кажется, что когда рефлексы, угу, это происходит автоматически. То есть это... Автоматически это как? Ну, это когда не человек решает, а... Угу. Говоря слово «человек», вы имеете в виду свое сознание. Да, хорошо. А как доказать, что в данном случае речь идет не о автоматическом действии, а именно об осознанном? Ребята, еще раз, как работает наука. У вас есть определение процесса. Смотрите на определение. Подходит ли описание данного случая поведения художника под определение рефлекса? Так, ну, ваши руки для меня неудивительны. Значит, на второй год занятий вообще вполне понятно, что можно было бы усвоить некоторые вещи. А вот из новеньких... Прошу. Нет, не подходит. Почему? Потому что сознание, то есть это не строго определенный ответ. А как это доказать можно? Ну, то, что вот учитель поставил пару, и другому поставил пару. Если бы это был рефлекс,
ответил бы. Я вот того и... Вот он и... Стоп. Вот еще раз. Если вы берете двух разных школьников, сравнивать нельзя. Где-то может быть случай, как две собаки. У одной выработан условный положительный рефлекс, а у другой условный отрицательный рефлекс. И то, и другое все равно рефлекс. Так не пойдет доказывать. Как надо немножко изменить ситуацию, чтобы действительно удалось доказать? Прошу. Ну, допустим, это один и тот же человек, и в первом случае он, ну, он доказывает то, что он незаслуженно получил двойку, то есть он на тройку мог ответить, а во втором случае он мог сказать, что из-за того, что ему не летит. О, отлично. Скажите, пожалуйста, исходя из своего школьного опыта, у всех ли учителей имеет смысл клянчить повышение оценки? Нет. Но кое-кто, может быть, в конечном итоге и повысит, да? А кое-кто может наоборот так прицепиться, что потом ведь не избавишься от него. А это значит, тот же самый двоечник во всех ли случаях будет проявлять такую реакцию? Нет, не во всех. В ответ на один и тот же сигнал, сигнал называется двойка, так, один и тот же школьник в одном случае клянчит, а в другом случае не клянчит. Так, читайте определение рефлекса. Стереотипный ответ организма. У нас есть стереотипный, то есть повторяющийся ответ или нет? В одном случае мы имеем поведение у одного и того же существа, а в другом случае мы не имеем. Все, ребята. Это не рефлекс. На самом деле это высший пилотаж системы управления, называться будет индивидуальное изменчивое поведение. Индивидуальное изменчивое поведение управляется уже не какими-то определенными сигналами из внешней среды. Там стратегия управления намного сложнее. Именно об этом мы сегодня будем говорить. Так? Хорошо. Теперь возвращаемся к случаю с пляжем. У нас человек в течение недели ходит на пляж, и через неделю у него меняется цвет кожи. Это рефлекс или не рефлекс? Думать. Те, у кого есть попытка решения, поднимаем руки, да. Ребята, у вас определение рефлекса. Вообще, народ, если хотите разбираться в науке, все определения и все значения терминов обязательно записывайте. Если у вас не остается записи, у вас ничего не осталось в голове. Это вот такое золотое правило. Не ждите, что вам будут диктовать, сами записывайте. Иначе ничего не выйдет. Итак, в случае загара сравним с определением рефлекса. Что получим, прошу вас? Мне кажется, это рефлекс, потому что каждый раз, когда человек будет выходить на солнце, его кожа будет реагировать одинаково. Так, ну барышня вполне основательный ответ дает. У нас есть совершенно однотипное воздействие, воздействие солнечных лучей, да? И однотипная реакция со стороны организма, нарастающие изменения, окраска кожи. Хорошо, а у кого еще какие-нибудь соображения? Прошу вас, барышня. Ну, потому что это не рефлекс, потому что здесь не происходит никакой реакции между сознанием человека и между цветом его кожи. Это происходит независимо от... его соображение на этот счет. Классно. А найдите, пожалуйста, слово «сознание» в определении рефлекса. Тихо, народ. Допускается самая тяжелая ошибка из тех, которые в данном случае можно допустить. Значит, ребята, рефлекторная регуляция никакого отношения к вашему сознанию не имеет. Это вам только кажется, что вы все про себя знаете. Простейший эксперимент показывает, что процентов 90 из того, что с вами происходит, вашему сознанию просто недоступно. И не потому, что вы маленькие глупы, а потому, что так устроена регуляция поведения человека. И слава Богу, что 90% заблокировано без сознания. Такой простой пример. Как бы выглядел поток сознания любого из нас, да? Если бы рефлекторные программы были бы доступны сознательной регуляции. Ага, славно. Хорошо, пробуем. Значит, ну, единственное, я примерно в 1000 раз ускоряю поток сознания.
Потому что иначе не выйдет. Так? Итак, мы сознательно руководим всеми рефлекторными реакциями. Наш поток сознания, да, прошу вас, как вы говорите? Через полдня, может и раньше. Какие полдня? Ни один человек не выдержит и час такой жизни. Потому что выглядеть поток сознания у вас будет следующим образом. Сокращаю левое и правое предсердие, открываю створчатый клапан, начинаю сокращение желудочков, держу анальный сфинктер, выделяю соляную кислоту железами желудка, выделяю панкреатический компонент поджелудочной, сужаю аорту, держу анальный сфинктер, сокращаю стенку желудочка, закрываю створчатый клапан, открываю полулунный клапан, держу анальный сфинктер, расширяю сосуды, идущие к ногам, держу анальный сфинктер, меняю проницаемость извитых канальцев почки и так далее. Значит, вы понимаете, что несколько тысяч управляющих команд в секунду проходят в вашем организме. Без этого тело просто умирает. Если бы всеми этими программами руководило сознание, хоть на что-нибудь еще в этой системе оставалось бы возможность? Конечно, нет. Какое мышление, упаси Бог? Какие эмоции, какие чувства? Да? Ваше сознание полностью было бы забито проблемами регуляции работы вашего организма. Хорошо. И вторая вещь. А что с вашим сознанием, когда вы заснули? Оно, извиняюсь, отключится. Оно перейдет в сновидную фазу. Да? Значит, и то, что у вас расслабится анальный уретральный сфинктер, это самые мелкие неприятности. Что у вас с сердцем будет? Что у вас с дыхательными движениями будет? Если они сознательно контролируются. Вам это в голову не приходило? Так что, ребят, контроль внутренних физиологических процессов никакого отношения к сознанию не имеет, и еще раз говорю, слава Богу. Регуляция только на основе рефлекторных программ. И часть нервной системы, которая регулирует этой стороной вашей жизни, собственно, делает вас живыми существами, будет называться вегетативная система, и как раз с вегетатикой мы с вами на прошлом занятии возились. Два главных режима, боевой режим и режим расслабления, да? Значит, симпатический и парасимпатический. Значит, но дело в том, что не только в управлении ваших внутренних органов, но и в управлении вашего поведения в окружающем мире, уже поведение, очень многое вами не осознается. И опять, слава Богу, что не осознается. Но вот этим уже занимается не физиология, а психология. Психология бессознательного. Значит, с этим мы с вами в этом курсе лекции возиться не будем. Это уже совсем другая тема. У вас вопрос был какой-то? Прошу. Я хотела сказать. Да. То есть в определении у нас есть три условия. Да. Два из них выполняются, да. Третий не выполняется. Какое третий не выполняется в случае загара? Используется нервная система. Совершенно верно. Дело в том, что в случае загара изменение окраски кожи пойдет без всякого участия нервной системы. Так? Это каждая клетка вашей кожи, вне зависимости от соседей и вне зависимости от нервной системы, сама будет разворачивать защитный экран. Так? Значит, защитный экран из пигмента меланина, который должен поглотить излишку ультрафиолета. Дело в том, что солнечные лучи, кроме видимого света, содержат ультрафиолет. Ультрафиолет необходим нашему телу, но в частности, без него в коже не синтезируется витамин D. Так? Но повышенная мощность ультрафиолетового излучения может вызывать самые нехорошие изменения, вплоть до мутаций в клетках кожи, вплоть до провокации онкологических процессов, то есть развития раковых процессов. Поэтому кожа умеет защищаться. Если ультрафиолета слишком много, клетки кожи, не все, некоторые, называются они будут меланоциты, разворачивают защитные зонтики, поглощающие ультрафиолет, не пропускающие. Но это решает каждая клетка в отдельности. У нее есть на поверхности рецепторы, так, которые реагируют на количество ультрафиолета. И такие реакции, которые проходят без участия нервной системы,
Вот называется местная реакция организма. Как видите, мы получили три разные группы управленческих реакций. Первая группа — рефлексия, определение которого мы дали. Вторая группа — индивидуальное изменчивое поведение, которое не сводится к рефлекторным реакциям. И третья группа — местная реакция организма. Так вот, дело в том, что у нас в теле не одна управляющая система, а две. Про первую вы слышали наверняка, и хотя бы некоторое представление, ну, пускай и мифологизированное, но все-таки есть. Так? Это нервная система, головной мозг. Все знают, что они как-то управляют телом, другое дело, что большинство людей не понимает этого совсем. Но дело в том, что есть вторая, не менее важная. Кто знает, о какой второй управляющей системе идет речь? Она не менее важна, чем нервная. Прошу вас. Ну, конечно, гуморальная система управления за счет химических сигналов. Как называются специально созданные нашим организмом химические сигнальные вещества, которые будут управлять работой самых разных подсистем в нашем организме? Прошу вас. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Тяжелая ошибка. Гормоны. Ферменты – это конкретные исполнители. Так? Это работники внутри клетки, в межклеточных пространствах в редких случаях. Так? А гормоны – что-то такое? Вот по характеру своей работы, что из себя представляет любой гормон совершенно? Ни в коем случае. Значит, хотя бы немного, даже вот как вопрос поставлю. Запускать компьютер все умеют? Вот не программировать там, спаси Бог, а просто запускать. Так? Хорошо, а после этого вы вызвали какую-то программу, нужную вам, какую кнопку нужно кликнуть, чтобы программа активировалась? Кнопку Enter, Enter. Так вот, любой гормон, значит, это кнопка Enter, просто. А точнее, активатор кнопки Enter. Эти кнопки лежат на поверхности клеток. Приходит один гормон, активирует одну программу. Сам он работать совершенно не умеет. Его задача – активировать определенную программу. И клетка, подчиняясь этой команде, начинает вести определенный процесс. Пришел другой гормон, он активирует другую программу совершенно. Так что путать гормоны и ферменты ни в коем случае не следует. Это совершенно разная реальность. Так вот, вся гормональная регуляция будет идти на каком уровне? Вот мы три формы регуляции с вами выделили. Есть у нас рефлекторная регуляция, есть индивидуальное изменчивое поведение и есть местная регуляция. Так вот, вся гормональная, на каком уровне регуляция идет? Ни в коем случае. Думайте. На кого действуют гормоны? На клетки. Нету ни одного гормона, который действовал бы на все клетки тела. У каждого гормона есть строго определенный набор адресатов, на которые он может действовать. Называться такие адресаты будут мишенью. Так? Значит, а если данное управление действует на отдельные клетки, и клетки реагируют на этот сигнал без участия нервной системы? Местное управление. То есть роль местного управления в регуляции процесса в вашем теле велика и огромна. Вся гормональная регуляция за счет местных реакций идет. Хорошо. Ну а вот сейчас попробуем действительно подбивать клинья под важнейшую проблему. К сожалению, только для части присутствующих это будет осмысленное занятие. Потому что для тех, кто до сих пор не понял, что такое рефлекс, и то, что рефлекс к сознанию принципиально отношения не имеет никакого, и то, что ваше предположение о том, что как захотел, так и сделал, не более чем миф, так, вот для тех людей, вероятно, сложно будет понять, о чем будет идти речь во второй половине. Для тех, кто разобрался с рефлексом,
Значит, ситуация не безнадежная, и несмотря на сложность вопроса, можно будет попробовать разобраться. Значит, итак, сначала, а зачем вообще нужны какие-то сложные программы, когда есть хорошие рефлекторные, которые работают без всякого участия сознания? Прошу. С ними невозможно адаптация к среде, с установленными программами. Адаптация к среде. К изменившейся среде. Есть такая точка зрения. А давайте уточним. Поднимайте руки. Кто помнит не школьную модель рефлекторной дуги, которую мы разбирали, а более сложную модель, которую мы разбирали, рефлекторное кольцо. Значит, дело в том, что в рамках модели рефлекторного кольца, так может ли рефлекторная программа приспосабливаться к изменяющимся условиям? Реализация программы, то есть само действие рефлекторное, может приспосабливаться? Нет, оно уже определенное. А вот значит, вы не поняли суть рефлекторного кольца. Повторяем еще раз, внимание, на таком уровне, чтобы было понятно всем. Значит, итак, я стою вот так вертикально, меня в эту точку лба кусает комар. Так, я занят лекцией, поэтому не отвлекаясь, чисто рефлекторно, я этого комара пришлепываю. Для того, чтобы совершить это движение, у меня должны последовательно сократиться мышцы руки. Согласны? Согласны. Значит, эта программа чисто рефлекторного действия называется болевой рефлекс. Так, раздражение в этой точке кожи, и рефлекторная программа вызывает движение руки в эту точку лба. Отлично. А теперь вопрос. Я лежу на спине, отдыхаю, и меня в ту же точку лба кусает комар. Если та же самая программа сработает, попаду я в комара или не попаду? Нет. А почему нет? Первый раз ведь попал? А почему положение тела повлияет на траекторию движения руки? Ну, может, пол будет мешать там мышцам, что-то? Нет, пол не мешает мышцам, не в этом дело. Потому что расположение... Прошу вас. Во-первых, расположение тела тут играет роль, потому что, допустим, когда вы стоите, у вас есть как бы программа, которая заставляет, мышцы сокращаться определенным образом, при положении стоя. Если же эта программа будет работать при положении лежа, просто рука выше пройдет. А почему? Вы правы, но почему? Одна и та же программа будет работать, а так как тело изменилось... Если у вас в школе уже началась физика, то ваш ответ слабоват для человека, который хотя бы за физики разбирается. Прошу. Там учитывается действие силы тяжести? Да, разумеется. Когда я встаю, в какую сторону направлено действие силы тяжести? Стоп, давайте вниз и вверх, науки не подходят. Не так. Параллельно позвоночнику или перпендикулярно? Позвоночнику параллельно. Да, вот так направлено действие силы тяжести. Нужно ли преодолеть силу тяжести мышцам для того, чтобы двинуть мою руку? Да. Нужно, отлично. Теперь я лег, в какую сторону направлено действие силы тяжести? Перпендикулярно позвоночнику. Это понятно? У вас угол приложения сил к руке меняется. В результате, если мышцы полностью повторяют ту же самую программу, а действие противодействующей силы, силы тяжести, под другим углом направлено, то руку занесет вон куда. Почему? Потому что направление действия силы изменилось. Хорошо. Потому что стоит регулятор, который регулирует угол руки по отношению к руке. Хорошо. А как регулятор знает, на какой угол надо внести поправку в каждом конкретном случае? Там идет нейрон, например. А мозг откуда это знает? Но от нервной системы. А нервная система откуда это знает? Интуиция. Это классно. Вот если вы интуитивно начинаете двигаться, да, особенно по пересеченной местности, то вы лучше сначала вызовите скорую помощь, а потом интуитивно двигайтесь. Так? Как называются нервные клетки, способные принимать определенные сигналы из окружающей среды? Рецепторы.
рецептора. Клетки рецептора. Отлично. А теперь в каждом суставе нашего тела, в каждой мышце нашего тела, в каждом сухожилии нашего тела стоят механорецепторы. Так? Если мышца сокращается, натягивая сухожилие, рецепторы получают сигнал о изменении состояния мышц. Да, механорецепторы растянули или сжали, и они гонят сигнал. Так? Значит, сравнивает сигналы. Может ли нервная система вычислить, на какой угол согнулся данный сустав? Да, вычисляем. Значит, что он получает? Он получает вот такую вещь. Вот первый исходный рецептор, сигнал с которого запускает рефлекторную программу. Ну, это, допустим, болевой рецептор в коже лба, комар меня сюда укусил, сигнал прошел в рефлекторный центр. Рефлекторный центр раздает приказы мотонейронам, которые вызывают последовательное сокращение мышц. Отлично. Мышцы в моей руке пришли в действие, и я убил комара. Все в шоколаде. Значит. Но теперь, как заставить систему учитывать конкретные обстоятельства? Что я делаю? Стою, бегу, лежу, под каким углом мое тело к горизонту и так далее. Прошу вас. Хорошо, вестибулярный аппарат здесь, вы, кстати, совершенно правы. Но вестибулярный аппарат будет высчитывать только одну вещь – положение головы в пространстве. Вестибулярный аппарат не имеет никакой информации о положении коленки, пятки, локти, кисти. Вестибулярный аппарат отлично считает положение головы с очень высокой точностью. А в данном случае мне надо регулировать положение головы или положение всех частей тела, руки. Вот моя задачка попасть по комару. Да, конечно. Голова у меня как была, так и стоит. Я рукой двигаю. Значит, вопрос. У кого идея? Прошу вас. А в мышцах находятся еще одни рецепторы, которые рассматривают ситуацию и посылают сигналы на... Именно так. Вот здесь стоят рецепторы, каждая мышца, каждое сухожилие, которые передают информацию в один из блоков нервной системы. Такой блок будет называться компаратор, сравнитель. Что с чем он сравнивает? Вот здесь вот находилась рефлекторная программа движения. Так? Она была активирована вот этим сигналом. В результате началось выполнение вот этой серии команд. Значит, а дальше? С какой скоростью идет нервный импульс у нас в теле? Да, но это по быстрым волокнам. По медленному существенно медленнее. Так? Но вообще до 100 метров в секунду. Расстояние между нейронами в нервной системе несколько миллиметров. Ну, в некоторых случаях сантиметров. Так? Значит, сколько раз вот по такой короткой трассе успеет пробежать в секунду нервный импульс? Итак, скорость 100 метров в секунду. А вот эти расстояния, ну, в среднем, они, конечно, разные, но считаем, что в среднем 10 сантиметров. Раз оборот 30 сантиметров, два оборот 30 сантиметров, три оборот. Значит, он прошел трижды этот сигнал, да? Значит, а сколько времени прошло? 90. Скорость 100 метров в секунду. А здесь 30 сантиметров. Мы 1 метр всего прошли. 1/100 секунды прошла. Трижды прошел сигнал за 1/100 секунды. А за 1/10 сколько раз сигнал пробежит? Сколько раз сигнал пробежит по этой дорожке за 1/10 секунды? 30 раз. Если за 1/100 секунды проходит этот сигнал 3 раза за 1/100. Вопрос за 1/10 секунды. 30 раз. Так? Значит, 1/10 секунды вы, даже напрягая сознание, сможете заметить с трудом. Это очень короткий промежуток времени.
Обратите внимание, что произошло. Ваша нервная система 30 раз за 0,1 секунды успела проверить, правильно ли выполняется программа. Если в программе на, допустим, какой-нибудь 0,08 секунды угол вот этого сгиба должен быть 10 градусов, предусмотрено, что на 0,08 секунды угол сгиба в локте 10 градусов, а он на самом деле оказался не 10, а 8 градусов. Различие между реальностью, а реальность откуда мы считали, вот эти рецепторы дали информацию про угол поворота. Так, различие между реальностью и программой. Программу вот здесь мы взяли, сложили. Есть различие или нет? Есть различие или нет? Да, есть. Есть различие. В случае, когда рассогласование произошло, что делает компаратор? А компаратор вносит поправку в программный блок. Насколько в данном случае надо поправку сделать? На 2 градуса. Пожалуйста. Поправка внесена. Так? Через следующий оборот проверяем, привело ли это к нормальной работе программы. Если привело, будет ли компаратор вмешиваться? Нет. Не будет. Программа выполняется нормально, но молчит. Если на следующем этапе некоторое отклонение произошло, компаратор вычислит разницу, да, и, пожалуйста, вмешательство в программу. В результате, как вы видите, в данном случае сигнал идет не по дуге от рецептора к исполнителю, а по кругу, по кольцу. Так, концепция рефлекторного кольца. Что она позволяет дать? Она позволяет настраивать каждое конкретное движение по реально имеющимся обстоятельствам. Понимаете, нельзя составить врожденные программы, да и приобретенные тоже, на все имеющиеся случаи жизни. Бесконечное множество разных вариантов ситуации в нашей человеческой жизни. Рефлекторные программы нельзя сразу забить в готовом виде. Потому что программа есть, а дальше в своей реализации она постоянно будет самопроверяться. Так? И за счет этой самопроверки вносить уточнения к работе ваших опытов. Так что должен вам сказать, что рефлекторные программы умеют приспосабливаться к изменяющейся среде. Так? Один вариант я иду, второй вариант я стою, третий вариант я лежу. Это разные варианты окружения моего, разные. Я меняю положение в пространстве. И рефлекторная программа успешно подстраивается.